Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, непрерывно повязанным с каналом GSN Games. Почему именно так? Потому что на двух этих каналах я публикую видео по танкам. Почему на двух? Потому что в день каждому подписчику приходит не более нежели 3 уведомления о выходе новых видео. А новостей в игре за день бывает, как правило, гораздо больше. Поэтому 5, 6, 7 уведомлений вы просто физически не получите с одного из каналов. Поэтому рекомендую вам перейти по ссылочке, которые есть в описании, и подписаться как на канал Вот GSN, так и на канал GSN Games. И в данном видео, ребят, мы посмотрим на открытие целых 50 бочек, которые появились на продаже. 50 бочек стоит 22 500 голды. Согласитесь, за эти деньги можно вполне спокойно купить того же самого клинка в составе какого-нибудь приятного наборчика. Ну, либо какую-то другую десятку, если мы говорим с вами не обязательно про немецкие танки. В отношении шансов выпадения, здесь есть новая машина, которая сегодня появилась опять-таки в магазине и сегодня была официально введена в игру. Это ЛКПЗ-70К на канале Вот GSN. Буквально через минуту-две после появления машины в магазине я уже выставил абсолютно честный обзор на данный легкий танк 9 уровня. Шанс выпадения 0,14%. Все остальные шансы не так уж и велики, но разработчики говорили, что суммарный шанс выпадения танка из этой бочки составляет 5%, то есть типичный шанс выпадения какой-то машины. Стоит также отметить, что машины начинаются со второго левела и компенсация минимальная 25 голды. Поэтому сразу возникает вопрос, насколько много шелухи выпадет из этих бочек, это первый вопрос. И второй, сколько конкретно танков, какого уровня и какого ценника получится из 50 бочек достать. Я не буду покупать этих 50 бочек, потому что я человек не сильно везучий и, откровенно говоря, из всех машин, которые в бочках представлены, не хватает буквально нескольких. И в частности тот же самый Рамфпанзер появится опять-таки сегодня в игровом событии на слив ресурсов, где я его благополучно однозначно себе заберу, сделав 25 побед и слив тройку другую дней пресс-аккаунта. Прем-аккаунта, пресс-аккаунт сливать не будем. Короче говоря, мне прислали видео с открытием 50 этих бочек, которые я и предлагаю вам вместе со мной посмотреть. Понятное дело, первый контейнер я видел, ну а все остальное будем заценивать вместе с вами. Итак, погнали. Первый контейнер, из первого контейнера не выпадает абсолютно ничего. Ну, немножечко свободки и целых 500 серебра. 500, ребят! 500 серебряных монет. Я вообще не знаю, на чем сыграть необходимо для того, чтобы столько заработать. Дальше выпадает, как вы видите, тоже, в принципе, все одно и то же, по именно иксы, серебро, сертификаты на 200 свободного опыта по 2 раза, и плюс-минус все это повторяется по кругу. Я лично жду танки. 8 контейнеров, это 8 контейнер, который открывается из 50, и пока самое жирное то, что выпадает, это 500 000 серебром. Все остальное особой ценностью я лично не считаю. Напомню, бочки стоят 22 500 голды. То есть, как минимум одна десятка за 50 этих бочек, ну уж 100% должна выпасть. Интересно, получится или нет. И вообще, честно говоря, если разработчики сделали эти бочки для того, чтобы игроки сливали голду... О, фон профиля, ребят, выпал. Фон профиля. Одна только проблема, обменять его можно на осколки. Ну, если, продолжая тему, если разработчики сделали эти бочки для того, чтобы заинтересовать игроков, то из бочек должно что-то нормально жирное выпадать. Вот он! ПЗ-4А! Великолепно! Не помню, сколько за него компенсация. ПЗ-4С! Ну, тут уже поинтереснее, поднялись немножко по уровню, 2 танка уже есть, не знаю, насколько они окупаются стоимостью открытых контейнеров, а их уже открыли целых 20, это 21 контейнер, и здесь у нас целый лям серебра. Ну, тут уже покруче, конечно, пошло. Неужели дальше будет подниматься ценник? Я имею в виду в отношении окупаемости. Вернулись опять к дешевым наградам. Дальше, блин, ну опять, как же мне неприятно смотреть на цифру в
500 серебряных монет. Ребят, пишите свои комментарии, я с удовольствием почитаю. Только, пожалуйста, без нецензурной лексики, потому что даже если вы абсолютно правы в своих суждениях, но при этом используете матерщину, я вынужден удалять ваши комментарии, не потому что я с ними не согласен. Едем дальше. 500 свободного опыта. 30 контейнеров открыто. 2 дешманских танка. За один, кстати, если вдруг он был у автора данного видео на его аккаунте, то, соответственно, получает серебром компенсацию, что тоже не радует. Еще 500 свободного опыта. Блин, ну это жестяк какой-то. 35 контейнеров открыто. 35 из 50. Больше 50% прошли. Ну давай десятку какую-нибудь, ну пожалуйста. Ну не издевайся ты над человеком. Кстати, друзья, если присылаете видео, пожалуйста, подписывайтесь, называйтесь, говорите, как вас зовут или хотя бы свой никнейм, чтобы я знал, о ком речь. ПЗ-54! Ю-ху! Пятерочка выпадает! Ну, давай! Давай! 10 контейнеров осталось! Ну, я верю! Я верю, я держу пальцы крестиком. Ну, не дурак, я понимаю, что все эти события уже состоялись, но мне хочется верить, что из 50 бочек будет танк 10 уровня. Ну давай, на последних! На последних давай! Блин, как за себя болею! Ну, родимая! Ну! Ну, 5 контейнеров осталось! 4! 4 контейнера! 3! И мама моя дорогая! 2 контейнера! Дай хотя бы с последних 2! 1 000 000 серебром! Ну, последний контейнер! Есть танк! Есть! Нету танка! Нету танка! Блин, ну это издевательство, ребят! Ну слушайте, ну 50 контейнеров, ну 5% выпадения, ну где же они? Где же эти 5% выпадения на что-либо? Слушайте, давайте посмотрим ради интереса, что там по компенсациям получилось. То, что я запомнил, ПЗ-4С 700 тысяч серебром, ПЗ-54 500 тысяч серебром. И, по-моему, если не ошибаюсь, там был еще ПЗ-4А. 50 золотых монет. Все, ребят. Это все, что человек получил за 22 500 золота. Нет, ну, честно говоря, у меня полностью отпало желание открывать данные бочки у себя на основном аккаунте, когда стартанет это событие, и, скорее всего, я буду тратить свои ресурсы на открытие, наверное, все-таки вот этих вот контейнеров новых, которые туда положили. Или посмотрю, что еще из наград брать. В общем, друзья, жду ваших комментариев. Если вы за честность на канале, если вы хотите видеть все таким, какое оно есть на самом деле, без рекламщины, без уговоров вас обязательно тратить свои ресурсы, в частности кровную голду, на те или иные товары в магазине, просто потому что это будет кому-то выгодно. Ребят, подписывайтесь на этот канал, жмите лайк данному видео, ну и обязательно, обязательно прожимайте колокольчики. Напоминаю еще раз, подпишитесь на оба канала, для того, чтобы ничего не пропускать, потому что в день я планирую выпускать явно более 3 видосов специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.